10 летних дней в компании единомышленников, новые знания и открывающиеся бескрайние возможности. Вот что ждет ребят, которые садятся в автобус. Для более чем 70 старшеклассников началась традиционная профильная смена «Наше дело 2018». На этой профильной смене тематикой мы выбрали добровольчество и волонтерство, так как год добровольчества и волонтерства был объявлен президентом России. Поэтому мы ребятам расскажем, что это такое, как можно с этим работать, какой вклад делают они в развитие страны и какой вклад может каждый из них сделать в развитие нашего города. За смену ребята должны научиться не просто создавать социальные проекты. Они должны начать видеть проблемы, которые волнуют их сверстников, и по возможности находить пути их решения. Помогать им в этом непростом деле будут представители самых разных департаментов администрации города Сарова. Предполагается участие представителей департамента городского хозяйства, рассказывая о виде волонтерства как экологическое, и как ребята могут участвовать в этом волонтерстве. Помимо этого, в рамках урбан-волонтерства мы приглашаем представителей департамента архитектуры и градостроительства. Места для участников на подобных профильных сменах ограничены. Туда едут работать, а не отдыхать. И чтобы зарядить мальчишек и девчонок позитивом, уже состоявшиеся волонтеры из клуба «Инсайт» приготовили для них небольшой флешмоб под названием «Дай пятеру волонтеру». За основу мы взяли акции, которые проводились на чемпионате мира, когда спортивные волонтеры с перчатками «Дай пятеру волонтеру» приветствовали либо спортсменов, либо также других волонтеров, либо просто, в принципе, участников чемпионата мира, либо зрителей. По мнению волонтеров, в момент обмена пятерками люди делятся своей позитивной энергией и хорошим настроением. А это самое ценное, с чем ребята, отъезжающие на профильную смену, должны отправиться в Березку. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей, Саров 24.